описовым книгам 1620 года в Угличе насчитывалось 70 церквей. В Кремле по описи один храм Спасо-Преображенский собор, на Посаде, именуемом также Земляным городом, и на Торговой площади 34 храма, в Слободах 28 храмов и на Левом берегу 7. Еще в самом городе 9 монастырей и за его границами примерно 5. Это список писцовых книг стольника Никиты Панина и писца Наума Петровича. Сколько архитектурных творений, сколько красоты и уникальности в тех, не дошедших до нас многочисленных церквях и монастырях. Где же он, Углич, который мы потеряли? Мы здесь находимся на том месте, где когда-то находились храмы Благовещенского прихода. Эти храмы стояли на пересечении двух древних улиц. Это Конюшенной, которая шла к церкви Флора и Лавра, близ которой были княжеские конюшни, и Благовещенской, которая выходила на Ярославскую улицу. Конюшенная улица превратилась во Флоровскую, а улица Благовещенская, хотя она спрямилась, она прошла немножко по другому направлению, она так и осталась Благовещенской. Ныне это улица Свободы. Ну, а та, которая Флоровская улица, это, естественно, улица Островского. О существовании Благовещенской церкви известно едва ли не с 15-го столетия, потому что протопоп Благовещенского собора, как это сказано, правда, в поздних источниках, присутствовал на освящении каменного собора Покровского монастыря в 1482 году. Во всяком случае, в писцовых книгах конца 16-го столетия, составленных накануне польского разорения, значится Благовещенский погост близ церкви Флора и Лавра, что на княжеских конюшнях. Кроме Благовещенского храма, здесь находились деревянные церкви святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, знамения Божьей Матери и другие. Они были сожжены в период польско-литовской интервенции. Благовещенская церковь была одной из первых восстановленных после разорения и оказалась в числе немногих возрожденных старых городских храмов, одной из 12 церквей Посада из прежних 34. Вероятно, с ним много связывало горожан, недаром в местной поздней традиции его почему-то считали одним из трех соборов. Ну, первый собор – это Спасо-Преображенский в Кремле, главный городской собор. Ну, второй собор – это Успенская церковь на Успенской площади, Посадский собор. И вот якобы здесь еще один. Ну, наверное, это такое утверждение немножко легендарное. В 1744 году на этом месте построили каменную летнюю церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, которая была освящена 3 марта. Это была небольшая одноглавая церковь с небольшой двухъярусной колокольней. Она имела трехчастное построение плана, традиционное для Углича, алтарь, собственно, высокая храмовая часть, небольшая трапезная, притвор. Над притвором сарая колокольня. Несколько позднее, в 1779 году, еще до перепланировки города, здесь же рядом с ней возвигают небольшую теплую церковь в честь Печерской иконы Божией Матери. Это была низкая такого базиакального типа церковь, наподобие двускатного дома, чуть-чуть подвышенной храмовой частью. Живописный и нехарактерный для углического храмового зодчества ансамбль хорошо вписывался в часть волжской панорамы города. В советское время Благовещенский храм разделил судьбу многих других. Он был закрыт в 1927 году, при этом погибла большая часть убранства и икон. Среди спасенных – храмовая икона Печерской Божьей Матери, созданная неизвестным углическим живописцем в 1660-х годах. Еще одна площадь у пересечения двух старых улиц, бывшей Крестовоздвиженской, ныне Октябрьской, и бывшей Благовещенской, ныне улицы Свободы. Когда-то здесь стоял храм Дмитрия Солунского. Здесь известно, что уже с 16-го столетия все два храма, церковь Воздвижения Креста Господня и церковь Варвары Великомученицы. Вот появилось еще одно название церковь Солунская, то есть посвященная Дмитрию Солунскому, одному из христианских воинов-мучеников.
История основания этого храма достаточно редкая и уходит в далекие времена 13 века. Якобы первоначально храм стоял в 3-4 верстах от Углича по Ростовской дороге, на том месте, где угличане в 1285 году встречали ростовского князя Дмитрия Борисовича. Дело в том, что в 1285 году скончался угличский князь Роман Владимирович. Вот прервалась эта династия, которая начиналась в Угличе в начале 13-го столетия с его отцом Владимиром Константиновичем. И сюда вновь прибыл один из отпрысков ростовского княжеского дома. Вероятно, или в 16-м столетии, или уже перед польско-литовской интервенцией престол этой церкви как бы перенесли вот в один из храмов, которые здесь существовали. Эти храмы тоже были разорены в период польско-литовской интервенции. На этом месте какое-то время существовала церковь Великомученицы Варвары. В 1775 году здесь была построена великолепная каменная двухэтажная церковь Креста Господня и Дмитрия Солунского. Это был храм, выдержанный в хорошем столичном стиле барокко. Именно настоящая русская барокко середины XVIII века. Он имел достаточно богатое декоративное оформление, наличники различной сложной формы, характерных таких закругленных барочных форм. Очень силуэтные и прихотливые по своей форме кровли отдельные и на алтарной части, и на храмовой, и на трапезной. Восьмигранную колокольню, оформленную орденными элементами, еще не такими как бы явными, как в классике, но тем не менее они уже просматривались. К сожалению, этот храм тоже не сохранился, и только небольшая площадь на скате Огневой горы напоминает о том, что здесь когда-то стоял храм. Шумный перекресток улиц Нариманова и Пролетарской, бывших Корсунской и Никольской. В древности на этом месте располагалась восточная часть поселения Алексеевской слободы, принадлежащая Алексеевскому монастырю. На окраине этой слободы была церковь с кладбищем. Погост, известный с конца 15-го – начала 16 века, назывался «Никола на петухах». Откуда взялось это название? В 50-е годы прошлого века на кромке улицы лежал огромный камень – валун с выбитым изображением двух птичьих лап. Существовала легенда, когда Угличу угрожала опасность, на камне появлялся огромный петух. От этой легенды церковь и получила свое название. В 1754 году здесь была построена каменная церковь. Это был такой небольшой, типичный трехчастный храм, достаточно высокий, пятиглавый, с наличниками нарышкинского барокко, с разорванным сандриком, со стройной шатровой колоколенкой, небольшим крыльцом. Храм был закрыт в 1927 году. Разрушать его начали к концу 30-х, началу 40-х. Здесь не сохранилась даже площадь. В последние десятилетия все застроено домами и магазинами. И только перекресток, да древняя легенда, хранят память о былом.